сервіс служб таксі в Україні вимагає доопрацювання. Комфорт та безпека пасажирів повинні бути на належному рівні. Сьогодні ми розкажемо вам про соціальний проєкт, який вже відбувся в Україні. І до нашої студії ми запросили гостей, які знають, і вони його започаткували, цей проєкт. Ми про нього більш детально поговоримо. Тож, Денис Покаліцин, керівник бізнес-напрямку служби таксі, ініціатор соціально-освітнього проєкту, спрямованого на підвищення кваліфікації водіїв таксі. Віталій Леонов, керівник маркетингового напрямку служби таксі і також ініціатор соціального освітнього проєкту, спрямованого на підвищення кваліфікації водіїв таксі. Дуже раді вас бачити. Взаємно. Добре, що приїхали, долетіли. Знаємо, що це дорога була складною. Тож, розкажіть, будь ласка, який є зміст тієї концепції, яку ви пропрацювали? В чому суть того проєкту, про який ми сьогодні будемо говорити, і чому саме ви почали його ініціювати? Тож, з кого почнемо? Так? Будь ласка. Давайте, розкажу немножко. Ми вже працюємо з 2016 року, і зараз працюємо в 33 містах. Ми сталкиваємося з різними проблемами, зв'язаними з якістю. Це може бути як якість в сфері оказання услуг зі сторони пасажирів, так і зі сторони водителів. За ці 5 років ми накопили достатньо багато різних прикладів і знаємо, вот эти те самые сложности, мы через себя их пропустили и понимаем все боли, как многие боли, может быть, не все еще, но очень многие боли водителей и клиентов в этой сфере. Потому что, как бы, с одной стороны, водитель максимально заинтересован вести там хорошего, адекватного пассажира, там, как-то оказать такой сервис, чтобы, например, там, получить те же чаевые, либо ну, и не вылететь, например, там, с какого-то сервиса, сотрудничеством, с которым он дорожит. С другой стороны, клиенты, они также максимально заинтересовано, щоб комфортно, безпечно доїхати з точки А в точку Б. Ну так, звичайно, зараз служби таксі мають свої мінуси, свої нюанси, і це стосується багато чого. І, наприклад, онлайн-супроводу, так, починаючи з нього, і закінчуючи взагалі адекватністю водіїв, так, і адекватністю тих пасажирів, які сідають в авто, і це можна говорити взагалі безкінечно, мені здається, тому що сам сервіс, він вимагає доопрацювань, і вже, мабуть, ми якимось чином пройшли той шлях, коли це все починалося, так, зараз вже трошки звикли до належних умов, але все одно є нарікання, і ми про них будемо сьогодні говорити. Отож, ще яка суть цього проєкту, окрім того, що доопрацювань потребує? Ну, я бы прежде всего, если говорить о доработке, обратил внимание на безопасность, потому что все мы знаем ситуацию на украинских дорогах. За начало этого года количество аварийных случаев на дорогах выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Ситуация на дорогах Украины ахала, люди гибнут, и очень часто, к сожалению, в авариях участвуют автомобили такси разных служб, как легальных, так и агрегаторов услуг такси и приложений, так и частных извозчиков, которые, в принципе, не имеют никакой сертификации и надлежащей подготовки. Вот та школа контроля такси, которая была при Советском Союзе, даже мы не любим упоминать так называемый совок, да, но тем не менее человек приходил в автопарк, его проверяли состояние здоровья, проверяли, не выпил ли он, проверяли техническое состояние авто. Да и сама профессия таксиста, с учетом того, что сейчас в такси на самом деле, по данным исследовательских агентств, работает до 1% трудоспособного населения Украины на данный момент. А это огромная цифра, это минимум 220 тысяч человек, которые ежедневно совершают перевозки и рискуют и своими жизнями, и жизнями своих пассажиров. Поэтому вся эта ситуация вкупе безопасность, утеря престижа, утеря профессиональных навыков теми, кто вовлечен в перевозку людей, требует немедленного решения, собственно. И мы как коммерческая компания, с одной стороны, но с другой стороны, современная ситуация в постиндустриальном мире такова, что компании, направленные только на зарабатывание денег, уже они становятся менее конкурентоспособными. Да? Если мы посмотрим на... Уже хочется, да, якость мати.
поднимать. Качество, и нужно нести обществу какую-то полезность. Даже тот же SpaceX, он говорит о колонизации новых планет и так далее, но хотя не забывает об этом, о заработке денег одновременно. Да? Любая компания, которая хочет успешно конкурировать и удержаться на высококонкурентных рынках, каковыми являются рынок такси в том числе, должна что-то приносить еще обществу. Поэтому мы инициировали этот бесплатный, всеукраинский и в перспективе международный проект по обучению водителей такси, и не только такси. Этот проект открыт для всех водителей, которые, собственно, выходят на дороги Украины, по повышению навыков, прежде всего, контраварийного вождения, психология общения, если человек работает в такси, потому что конфликты, я не буду называть бренды, да, но можно, да, можно найти в открытых источниках за год 400 по Украине цифры, 460 сексуальных домогательств, изнасилований и там тысячи попыток ограблений, конфликты и так далее. Вот. Эта статистика ужасает. Как бы, да, поэтому... Ни одна служба такси, понятное дело, не может дать гарантию, есть человеческий фактор. Да? Человек поссорился, але ж, якщо це одиничний випадок, це одна справа. Да. А якщо це такі часті випадки, то вже треба щось робити. Звісно. Вопрос не в том, что в какой службе такая ситуация произошла. Вопрос в том, что данная конкретная служба делает для того, чтобы такая ситуация не повторилась в будущем. Поэтому мы нацелены на максимальное превентивное, собственно, решение этого вопроса. То есть психология бесконфликтного общения. Навыки базового английского языка, навыки оказания первой медицинской помощи в случае дорожно-транспортного происшествия. Если бывает такое, что психология не сработала, да, навыки даже самообороны в замкнутом пространстве автомобиля. Это некоторые курсы, которые войдут, собственно, в планы Академии, и мы активно... В данный момент мы выбросили флаг, мы призываем... У нас произошла, у нас была презентация, где мы рассказывали о проекте, порядка 300 водителей присутствовало. Я как раз хотела запитати, чи багато людей відгукнулося, чи вони вже прийшли. Так, полный зал, и была онлайн-трансляция, да. Там тоже было несколько полных залов. Хочуть підвищувати свою квалификацию. Проблема актуальна, и многие сознательные граждане, они понимают, что это есть, так, и что этим что-то нужно делать. Звичайно, конечно. Добре, що це все є, але ж потрібно, щоб було в Україні, і щоб це поширювалося, звичайно. З приводу тих людей, які вже взяли участь, чи вони отримали сертифікацію, чи є у них якісь документи, що вони пройшли підготовку, чи все ще поки що наступний шлях буде? Іменно так, так, да. Сейчас ми провели презентацію, ми собрали обратную связь от водителей, то есть насколько им интересны эти направления. И какие еще предметы они хотят видеть в программе. Именно так, да. То есть дополнительно для себя отметили, что повинен бути курс украинскую мову, не только английскую. Так, українською, англійською. Так, і, да. Звичайно, якщо це сервіс, то вже сервіс повинен бути належним. А вже ж. Водії повинні спілкуватися, якщо до них звертаються українською мовою, вони повинні спілкуватися українською. Так? Угу. Відповідати нехай якийсь суржем. Ніхто з них не буде просити, щоб вони ідеально знали англійську мову. Саме так і з українською мовою. В цьому напрямку потрібно працювати. Угу. Працювати належним чином. З приводу тих ось умов, про які ви вже сказали, з приводу тих уроків, які запропоновано. Уроки будуть. Чи є достатня кількість фахівців? І чи є достатньо у вас партнерів, які могли би допомогти вирішити ці питання? Ну, я хотел бы сначала упомянуть о самой структуре занятий. Курс рассчитан общий на 3 месяца. В течение каждого месяца есть комплекс как онлайн занятий с преподавателями, так и практических занятий, ну, в частности, оказание первой медицинской помощи, либо контраварийное вождение на автодроме или полигоне. А в этом деле нам помогает, спасибо им большое, ассоциация. Мы не можем только называть. Это ассоциация. Ассоциация. Это не коммерческая организация, а ассоциация автомобилистов Украины. Это структура, которая единственная имеет право сертифицировать водителей навыком контраварийного вождения. Так, это очень добре, очень добре. Маючи такие навыки, водії и свои квалификации, свои знания подвищать, так, и они будут лучше почуватися, если даже не будут работать в службе такси. Ну, например,
примеру, готовят водителей скорых помощи официально в Украине. То есть мы с ними запартнерились, и у нас намечено долгосрочное сотрудничество. На данном этапе это чемпионы по автоспорту готовят инструкторов, которые в каждом регионе Украины будут проводить сертификационные курсы для слушателей нашей академии. Бесплатно, я повторяю. И це все безкоштовно, можна записатися. Як взагалі приєднатися? Це вже була повна зала, а це ж буде ще більше людей. Тим більше 33 міста українських вже залучилися. І треба, щоб, можливо, ще більше поширення було, так? Да. Як саме, чи є процедура, як це зробити? Есть группа Facebook, и в данный момент в тестовом режиме работает сайт Академии такси. На этом сайте можно оставить заявку в Google форме. И, собственно, по мере заполнения заявок у нас формируются группы, которые рассчитаны на определенное количество человек. Для каждого преподавателя это индивидуально. Преподаватели также у нас на данном этапе это топ-специалисты, каждый в своей отрасли. Ну, если мы говорим о безопасности вождения, один из инструкторов нашей академии Алексей Мачанов, мастер спорта международного класса, блогер, журналист. Так, знаете. Человека, да. Андрей Еременко, это чемпион Европы по автоспорту, он тоже один из ключевых преподавателей. Це ж треба, люди долучаються просто так, безкоштовно, аби підвищити сервіс. Ну, мені здається, що взагалі зараз такий запит пішов на не лише на заробляння грошей, так, а на таку абсолютно соціальну рівно роботу, яку кожен з нас може привнести в суспільство. І це настільки нас усіх може об'єднати, наскільки, щоб ми покращили своє суспільство, так? Звичайно, тут є не просто запити, а тут вже інша, як то кажуть, робота над собою працює. З приводу ось того, що зараз вже відбувається, як люди, як пасажири поставилися, чи були серед водіїв, ну, серед тих людей, яких ви запросили, і ще і пасажири? Да, були пасажири. Що їм найцікавіше? Що їм треба, щоб було? Самий приятный для себя отзыв, который вот мы получали, причем это не один, это, наверное, один из самых популярных. Это, ну, слава богу, кто-то этим занялся. Понимаете, то есть это не было, что вот как здорово, что и будет там, в топе не было отзывов, что как здорово, что там будет медицинская помощь. Как же замечательно, что там будет там контраварийное вождение. Нет. Ключевое было событие, есть ключевой отзыв, слава богу, кто-то этим начал заниматься, и очень, на самом деле, как бы, знаете, внушает веру в этот проект даже нас самих, потому что мы такого рода проект делаем первый раз. Мы сами боимся не меньше, там, не меньше там, других, что вдруг не получится. Да. Но с другой стороны, это уже этот проект начали мы готовить с февраля месяца этого года. То есть получилось немножко там такая история, что получилось немножко ускорить презентацию по там нескольким причинам. Вот, вот самое главное, что это не просто там какие-то там, знаете, ролики, которые там будут выпускаться там раз в неделю, раз в месяц по какому-то одному направлению. Это комплексный подход ко всей модернизации качества всего рынка. Угу. Багато справді пасажирів скаржаться постійно на сервіс таксі, на те, що водії себе неадекватно поводять, на те, що можна сваритися і нічого потім після того ніхто не несе ніяке покарання, от що дуже погано на сьогоднішній день, це такий величезний мінус, з яким потрібно теж щось робити. Це ціни, то, як то кажуть, одна справа. Цінова політика може бути різною в залежності від авто, від класу авто і так далі. Але ж тут належним чином ми говоримо зараз про серйозні справи, коли вже йде кримінал, так, з боку водіїв. Ну, це взагалі на рівні держави такого не може бути ні в якому разі. Именно так. Именно так. И опять же, то, что я вначале говорил, за 5 лет, поверьте, разные были случаи. Слава богу, не доходило там до изнасилования, либо там какой-то там условной поножовщины, либо еще более серьезным каким-то нарушением уголовного в данном случае кодекса. Слава богу, не доходили. То есть, опять же, знаете, вот в ряде компаний, в ряде сервисов водитель при регистрации должен оставить какие-то данные, которые, речи, его идентифицируют. Да. Он же знает, что его найдут.
Угу. Понимаете? Мы сталкивались с различными там случаями там, года 3 или 4 назад, когда там давали неправильные данные. Угу. Мы иногда даже сейчас сталкиваемся с тем, что на осмотр автомобиль приезжает другой. Номер тот же, номерной знак тот же. Проверяем ВИН-номер. Менеджер проверяет ВИН-номер, он совпадает. Угу. С такими водителями сразу, во-первых, мы не берем таких водителей. Все, это уже все навсегда. Якщо служба, яка перевіряє, дійсно, то це так і є. Є різні випадки і є різні служби, де не перевіряються, де додаються водії лише за маленькою реєстрацією. І ось все перевірити не може служба. І вона навіть не ставить собі за ціль. Это мы говорим о чистых онлайн-сервисах, может быть, даже международного формата, в которых не предусмотрено, в некоторых компаниях даже нет офиса в Украине. Да, поэтому действительно попадаются люди, которые и по-русски говорить не умеют, и города не знают, да и вообще навыки вождения где-то в Кабуле или в Пакистане, они отличаются все-таки от Украины. Поэтому я не хотел никого обидеть, но это факт, да, то есть ментальность просто-таки. Поэтому наша же компания не является чистым, сугубо чистым сервисом по заказу такси онлайн. Мы компилируем в себе, собственно, очень серьезный офлайн подход. У нас регулярные осмотры автомобилей, регулярные встречи с водителями. Академия позволит стать еще ближе к водителям, которые работают в нашей службе. Но подчеркну, что Академия не рассчитана только на нашу службу. Мы и приглашали на презентацию абсолютно всех игроков рынка. Так, да. Я якраз хотела запитати, що можливо це буде стосуватися лише деяких компаній, яким це захочеться зробити. Ми Але хотілося це зробити на рівні держави, тобто щоб це було взагалі широким проєктом, не лише вибірковим. Ми написали письма приглашення к сотрудничеству на всіх ключових ігроків українського ринку, які представлені в регіонах активно і так далі. К сожалению, представители не смогли прийти на нашу презентацию, но мы надеемся, что в дальнейшем мы найдем точки соприкосновения, потому что проблематика сертификации и приведения к цивилизованным правилам игры рынка такси, она стоит очень остро для всех игроков. Поэтому в этом деле мы открыты, мы в одной лодке, потому что наши клиенты, они не являются чем-то уникальным, они перетекают из одной службы в другую, и хотелось бы, чтобы весь рынок работал цивилизованно. Единое, что, мабуть, цікавить пасажирів тепер, чи не буде збільшена вартість проїзду після того, що ви зробили. Если она и будет повышена, но с этим она точно не будет связана. Мы видим, что горюче-смазочный материал. Так, хочется, чтобы все было належним чином, так, ну и, звичайно, чтобы вартість была теж адекватной. Смотрите, да, тут еще особый момент. То есть водитель будет ценить сотрудничество в сервисе, если у него будет там достаточно высокий доход. То есть обычно это частники, которые там, мы знаем много историй, когда-то у меня там свой бизнес или 10 бизнесов, а тут я такси. Мне просто нравится для души. И бывают действительно реальные кейсы, реальные примеры, когда действительно у человека есть несколько бизнесов, и он просто так, правда, катается ради удовольствия. Но в целом это обычный папа, у него там одна-две дочки, которые нужно там балетную школу оплатить, там платьечко жене купить и так далее. То есть это люди, которым, скажем так, которые в принципе заинтересованы в том, чтобы с одной стороны максимизировать свой доход, с другой стороны они готовы соблюдать какие-то критерии качества для того, чтобы он у них был стабильный. А знаете, от я хотела еще додати, такая маленькая ремарочка, коли так люди ставляться до того, где вони працюють, він не таксист за фахом, він просто підвозить. Але я вам скажу, що це не дуже добре, тому що просиш його доставити, наприклад, до під'їзду, він каже, ну я вже раз підвіз до будинку. Йдіть далі самі, наприклад. Тобто, справді, водій, таксіст, він повинен бути професіоналом. Професіоналом з великої букви. Тобто, тут належним чином треба, щоб все працювало. І його підхід до поставленої задачі, і правильне, і дуже адекватне рішення, яке стосується пасажира. Тобто, це поведінка його культурна, це знання мов, це
його взагалі рівень будь-який? Знання города. Знання, по поводу знання языка, я скажу, что даже в той же России, которую мы часто сейчас критикуем, да, вот один из агрегаторов такси, не будем называть бренд, у них есть специальный тест на знание языка, который проходит в виде чтения стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. И если 16% слов в этом тексте было исковеркано, водитель не допускается на линию. Вот такие штуки. Ну так, да. Справді, якийсь загальний рівень освіченості, так, повинен бути. Ну, справді, хочеться, щоб ми жили в державі, де все буде працювати як годинничок, все буде чітко, служби сервісні теж будуть працювати, і справді, дуже дякуємо вам, що ви зробили такий перший крок в цьому напрямку. Сподіваємось, що до вас буде більше людей приєднуватись. Звичайно, всі ми зацікавлені, всі ми хочемо, щоб все було належним чином. Тож, вам успіхів, нехай все вдасться. Так, і поширюємо інформацію якомога більше, якомога ширше. Нехай всі знають, що потрібно працювати в цьому напрямку. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.